Вон. Приехал тракторок тут ковш помыть. На речке никого. Абсолютно ни единой души. Нигде. Погодка замечательнейшая. Надо вот тут еще скосить лодку, чтобы спускать. Давненько я сюда. Не то, что там не выплывал, да, на лодке. А вообще даже не приходил. Не, ну косил как-то вот тут этим мотоблоком. Прокашивал, а вот здесь надо тоже прокосить. Проходик. Скаты лежат. Вода упала сантиметров на 60. Была аж до туда. Все было затоплено. А сейчас вот раз скат, два, три. Три ската наверху. Они скрученные. Вот так я их поскручивал. Делал прорези треугольником. И все они скручены между собой, чтобы туда не уползли, да никто не укатил. А то есть у нас придурки. Покидают все туда. Это же лодка сюда выскакивать на скаты. Чтобы ее не пропороть. Вот. И они еще прибитые кусками металла. Такие крюки поделанные, за них цепляются. Ну, их не видно. Но они там есть. Первый, вот этот и вот этот. Остальные просто лежат. Еще там два или три ската внизу. Никого, никого. Там рыбина плюханулась такая хорошая. Ну, не знаю. Не, это мелочь. Под той стороной. Такой сейчас бабах, типа сазанчика, что ли. Это еще надо скосить тоже. Не могу посмотреть туда за угол. Ну, там тоже никого. Вот, как-то так. Трава упала вся, которая была. Поднималась такая растительность. Но она сейчас уже внизу. Вот какая-то плавает поплавок. Там поплавок, там поплавок. Дальше что-то не наблюдаю. Ну, это сосед, или раколовки стоят, или телевизоры стоят, не знаю. С лодкой бегал. А там поплавок чуть дальше видно. Ну, они мелкие. Их на камеру. Камера не передает, но есть. Там живец, вот где палка забита. Там батя забивал вот эту палку специально, чтобы сетки не ставили. Вот тут. Вот так и начинают. Привязывают потом до мостик. Ставят, а потом сюда вытягивают. Вот. Ну, просто знаем, кто ставит сетки. И предупредили, что вот от палки до мостика, чтобы тут сеток не было. Дальше там что хотите делайте. Иначе будут наказаны. Как-то так. И все, сетки перестали. Ну, это доска, так сказать. Вот такие вот дела. А там просто нет ни выходов, ни заходов, ни проходов. Аж туда, 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 там. Им неудобно. Ни лодки спускать, ни сетки ставить. Только здесь. А здесь нам не надо. Сами не ловим, другим не даем. Вот такие вот дела. Даже вот там живет чувак. Вот там, где кладки, провода там идут вот так сейчас. Ну, столбы видно. Так через речку идут провода. Вот. За проводами. То у него там бутылки как-то. Он самолет где-то на форсаж пошел. С Кущевской. В Кущевское летное училище. Они тут летают каждый день и такие виражи устраивают. За проводами тоже там кидал бутылки на сазана. Ну так, снасть там такая. Грузик, несколько крючков и бутылка в качестве поплавка. Ну, если клюнул, потянул по речке. Туда до дамбы, наверное, километра 3,5.
и туда с километра. А потом он на лодке, на моторе ездит и смотрит, куда утащило. Как-то так. Никто ничего не ловит, никто ничего не хочет. Кстати, можно уже на судака заряжать. Пока еще живец есть, можно наловить и на судака ставить. И судак будет. Вот как-то так. До самой-самой глубокой, глубочайшей осени. Вот. Ну, все, наверное. Поехал я назад. Вот, короче, такая вот погодка замечательная. Вышел я со спиннингом. Попробую, думаю. Попробовал. Четыре щучки на одном месте. Вот окуней трошечками надербанил. Короче, щука пошла. Вот. Сейчас, наверное, пойду лодку возьму. Поеду покатаюсь по над бережками. Туда, там. Сдается мне, дело будет. Туда, рыбаков, никого. Не, он один спиннингист. Пока этих не вижу, созанятников. Вот, хорошо. Такая вот штукенция. Такой восход у нас тут. Ветер поменялся. Так. Флажок один стоит. И еще один у нас флажок. Вот он. Вот его там таскает. Вот он перевернутый. Его прям аж на дыбы становит. Не знаю, возможно, судачок. Вот. Ух, попер. Сейчас поеду посмотрю. Короче, пока потрусил раколовки. Вот, три штучки, там 8 раков. Вот там перевернуло флажок. Вон там сейчас. Короче, погнал я. Вон он плавает. Погнал я, короче, посмотреть. Начал подтягивать, там судачище, килограмма на 2, это точно, может даже больше. Короче, я бросил его, приехал за подсакой, потому что меня жаба задушит, если он сейчас уйдет. Сейчас подсак возьму, попробую его все-таки выловить. Ну, точно покажу, и вчерашнего покажу, и сегодняшнего. Ой, блин, аж трындец, если, конечно, он не ушел. Ой, сейчас погоню, погоню. Мужики, я его взял. Вот он. Зверь. Вот он. Я не знаю тут. Как две моих 42-х. Короче, 84-й размер. Нормально так. Сейчас крючок достану. О, зубище. Красавчик. Красавчик. Я тебя давно ждал. Короче, вот. 11 раков в двух раколовках. Вон два рака. Раз, два. Вот вообще клешничок такой. Мощнецкий. А одна пустая. Что-то там пожрали рыбу и все. Вот так вот за ночь. Бэбэнч. Есть. И там уже у меня насобиралось чуть-чуть. Раки, раки. Короче, мужики, ну будет, наверное, ветер дуть. Поймал судака, смотрите. Поводки. А вот еще один вчерашний поводок, который
оторвал. Прикиньте, бывает же такое. И крючок вернулся, как говорится. Вот он, зверь. Все-таки попался. Вот дурень. Нормально так. Я думал, оторвался. Нет. Вот он, поводок, которым я поймал. А вот поводок, который вчера он хряпнул меня. Стырил, короче. Всем здорово, мужики. Сижу на рыбалке, кидаю спиннинг. Так вот так вот. По надбровочкой там. Ну как в том анекдоте. Смотрите, что поймал. Еле вытащил. Ой, бля. Какой-то башмак. Я думал, там уже рябина. Ой, блин, я не могу. Ну, это я должен показать. Смотрите, какой рак. Вот кувалда, груз 5-килограммовая. А вот рак. Можете представить размер? Сейчас. Клешня, вот смотрите. Пачка сигарет. И вот клешня. Я охренею. Я таких вообще никогда не видел. Зверей. Что-то мой палец по сравнению с его клешней. Обалдеть. Вот это зверь. Ядрить, колотить меня. Вот это называется омар, блядь. Вот те раки по сравнению с вот этим. Ой. Где у нас тут? Будем считать крупный, да? Иди сюда. О. Конь, короче. По сравнению с вот этим. Да. Обалдеть, какой он древний. Мужики. Но это не передает, это все камера. Размеры все эти. Вот. Размером с кувалду.